У хлеборобов горячая пора, идет уборка выращенного урожая. Главное сейчас сжатые сроки сполна взять основную зерновую культуру, озимую пшеницу. На сегодняшний день все поселения, кроме Ходзинского, включились в жатву главной сельскохозяйственной культуры. При плане 15 050 гектаров сельхозтоваропроизводителями убрано 5 290 гектаров. Среднерайонная урожайность составляет 62 центнеров с каждого круга. Более подробную картину нам описал главный агроном сельхозуправления Беслан Батышев. На сегодняшний день хозяйства района закончили уборку озимого ячменя на площади 2020 гектаров. В этом году результат уборки озимого ячменя порадовал. Более 50 центнеров с одного гектара, каждого гектара было убрано. Также приступили к уборке озимой пшеницы. Также урожайность озимой пшеницы на сегодняшний день составляет около 60 центнеров с одного гектара. Сельхозпроизводителям Кашхабыского района еще предстоит убрать овес. Яровой овес на площади около 500 гектаров, также убран рапс на площади 380 гектаров. Ну, из-за обильных дождей, конечно, ожидаемого результата на сегодняшний день сельхозпроизводители по рапсу не получили. Урожайность около 15 центнеров с одного гектара, что желало быть лучшего. Уборка пшеницы в крестьянско-фермерском хозяйстве Цуканова началась два дня назад. Хозяйство обрабатывает всего 360 гектаров пашни. Из них под зерновые в этом году отведено 180 гектаров. Остальную площадь занимает кукуруза и подсолнечник. В момент приезда мы застали хозяина на поле. Он отметил, что при благоприятных погодных условиях жатва пшеницы будет завершена в течение трех дней. Урожайность убранного зерна составляет за 50 центнеров. В уборке задействована своя техника, один комбайн марки «Дон». Что касается семенного материала, хозяин отдал предпочтение таким семенам, как «Адель», «Таня» и «Юка». В ходе уборки особых трудностей не возникает, отмечает фермер. Если взять в целом по району, среди крупных фермерских хозяйств, одним из первых уборку озимой пшеницы завершил индивидуальный предприниматель Зураб Зехов. Мы, в свою очередь, пожелаем удачи и терпения всем фермерам района.